Ребята, очень хочется кушать. Давно ничего не было. А что делать? Смотрите, я поймал гигантского кузнечика. Но он слишком маленький для всех нас. Дай мне, я тоже хочу. Он убежал. Из-за тебя он убежал. Как нам теперь его поймать? Сейчас я его поймаю. Ребята, я поймал этого кузнечика. Дай мне, я тоже хочу кушать. Он опять убежал из-за тебя. Отстань от меня. Пойдем лучше поищем еды. Я поймал этого кузнечика. Дай мне его, это мой кузнец. Нет, я уже его никому не отдам. Отдай. Вкусная травка здесь. Смотрите, еда сама к нам пришла. Огромная свинья. Давайте нападем на нее, ребята, тише. Здесь только мяса нам всем хватит. Тихо, смотри, здесь свинья. Прячемся тихо, сейчас я на них нападу. Нападаем на них. Собирай уносим ее быстрее. Здесь слишком много динозавров, надо уходить отсюда. Они забрали нашу добычу. Быстрее за ними, ребята. Нападай на них. Это кто такие? Ну, отпустите моего друга. Спинозавр, помогай нам. Всем обнаглели, уже ходите по нашей территории. Пусти меня, я больше не буду отбирать вашу добычу. Будете знать, как нападать на нашу добычу. Кусай его. Убегаем отсюда, пока они нас не съели. Валим, тигр. Жалко, убежала свинья, эти хищники, тигр с леопардом. Я предупреждал вас, чтоб я больше вас не видел на моей территории, вы опять приперлись. Следующую серию, чем закончится битва терезинозавра с нашими динозаврами. И также хищники соберутся в бой. Брать хищников, кто победит?